В Усть-Каменогорске состоялся концерт симфонического оркестра Акима Восточно-Казахстанской области с участием лауреатов республиканских и международных конкурсов. На мероприятии выступил студент музыкальной Венской консерватории имени Рихарда Вагнера Жандос Мухамеди. Подробности в сюжете нашего корреспондента. В Усть-Каменогорске прошло дебютное выступление в качестве дирижера лауреата международных и республиканских конкурсов Жандоса Мухамеди. На открытии концерта под руководством молодого дирижера было исполнено произведение Хоакина Россини «Севильский цирюльник». Я очень благодарен, что меня пригласил Ертис-концерт, что я выступаю знаменитым симфоническим оркестром Акима Восточно-Казахской области. Сегодня я дирижирую увертюру Жакина Россини к опере «Севильский цирюльник». Оркестранты очень профессиональные, очень отзывчивые, и мне отрадно работать с ними. И надеюсь, в будущем Ускаман и этот концерт будут меня чаще звать в качестве дирижера. Я с удовольствием поработаю с оркестром еще. Весенний концерт был наполнен яркой музыкальной палитрой. На сцене прозвучали популярные произведения классической и эстрадной музыки. Весенний концерт, музыка будет яркая, интересная. Музыка в основном про любовь, про женщин. То есть мы сделали такой концерт, чтобы было всем интересно. И в концерте классическая музыка прозвучит, потому что вот молодой дирижер приехал из Астаны, Жандос Мухамеди, он будет дирижировать классическое произведение. То есть концерт будет для всех, кто любит классическую музыку, кто любит эстрадную музыку. В этом году симфонический оркестр будет отмечать свое 20-летие масштабным концертом. Планируется, что на юбилейном концерте выступят звезды казахстанской эстрады. В этом году симфоническому оркестру Акима Восточно-Казахстанской области исполняется 20 лет. В мае мы планируем провести праздничный концерт, посвященный его юбилею. У оркестра есть свой зритель, он пользуется большой популярностью у любителей музыки. Для жителей и гостей города концерт такого уровня – настоящее событие. Услышать лучшие произведения мировой классики и эстрадные композиции в Усть-Каменогорск приехали ценители искусства со всей области.